Привет, друзья! Сегодня вам покажу, как начинает гнездиться крольчиха. Вот она набирает полный рот сена в зубы и несет в домик. Делает там вот что-то вот подобное вот такого вот гнезда. Вылаживает это гнездо, затем нарывает пух, укладывает дно, откладывает крольчат, сверху засыпает также пухом. И крольчатам не страшен никакой мороз. Вот, смотрите, как она старательно это делает. Понесла в домик. Теперь в домике она будет укладывать его в гнездо. Подглядываем за девочкой. Укладывай. Вот так это происходит, а кроликов крольчиха может родить только через несколько дней и даже через неделю. Просто очень ответственная хозяйственная крольчиха старается это сделать за несколько, заблаговременно.